С самого начала этот матч для наших спортсменов как-то не заладился. Счет открыли гости, буквально через несколько минут закрепили свое превосходство. Счет 2-0 в пользу Мурома в самом начале игры димитровградских болельщиков расстроил. Хоккею, но хоккей, так скажем, в какой мы играли раньше хоккей, сейчас. Почему? А в какой? В чем разница, когда вы играли? Играли комбинационные, то есть, как вам сказать? Больше пасты было, мне кажется. Командная игра, хоккей. А сейчас одно разочарование. Одни закидушки. Вздох облегчения вызвал первый гол в ворота соперника. Но игра продолжала идти на нашей половине поля. Игроки Мурмана раз за разом атаковали ворота димитровградцев. Итог первого дня соревнований – 4-7 в пользу гостей. Второй день начала хоккейного сезона также димитровградцев не порадовал. 2-7. Отыграться не получилось. Одна из причин, считает председатель городской федерации хоккея с мячом, Мурман является фактически командой суперлиги. Нехватка рядовой подготовки, вот она сейчас и сказалась на первом вот этом этапе. Тем более и лед показан, строитель не идеальный, только пришли морозы, все сами видят. С остальными соперниками, там плюс-минус в нашей группе, наша команда равна или даже кое-кого превосходит. Поэтому, я думаю, ситуация выправится, и место в тройке наши так или иначе по итогам сезона завоюют. Наталья Васильева, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.